господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал Тета Гейдзе. Все, я понял. Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал Тета Гейдзе. Меня зовут Богдан. И мы с вами продолжаем проходить игру под названием In Sound Mad. Я хотел тебе показать, какой тут безумный Макс гоняет на своей безумной машине, но он меня решил замочить зачем-то. Я просто стоял, смотрел на него, он у меня дышал каким-то непонятным веществом и отравил меня. Сейчас я тебе покажу его еще раз. Что мне с ним делать? Подожди, я уже забыл. Блин, давно не играл. Давно не играл в In Sound Mad. Вообще, я так и думал, что такое эта игра именно такая. Который вот, ее, вот я как будто, смотри. Стоит, блин. Вот это, что вот это, хватит отравлять меня. Отстает меня. Что он там газует? Это отстой всего. Бешеный какой просто. Куда мне? Я не знаю куда, я ж тогда запутался тут, и я не знаю куда идти. Что такое? Отвертка есть. Отлично. Это мы сейчас можем все открутить хорошо. Это на стене закреплена металлическая пластина. Ой, за ней что-то. Я забыл, что озвучка. Русская озвучка классная тут, да. Сюда можно вставить чип. Чип. Чип и Дейл. Не работает. Надо найти провода. Блин, а как мне вставить-то теперь? А запись включилась? Ой, я буду сейчас проверять все по 100 раз. Не знаю почему. Какой-то я странный. Погнали. Погнали мы. Да, это игра, вот реально, вот. Я даже и не тороплюсь ее проходить, на самом деле, потому что я знаю. Что она классная. И что каждый раз, возвращаясь с нее, я прям на 100% уверен, что будет интересно и что-то будет интригующее. Не знаю, как связано с тем, как часто я в нее играю, ну ладно. Ну да ладно. Как будто бы хочется подрастянуть ее, на самом деле. Подожди, ну Макс! Мне надо выйти отсюда, а ты там все газуешь. Что ты там стал? Что ты меня пасешь? Мне надо выйти за схемой. Я начал тут, если я пойду тут, я отлечу. Или не отлечу? А куда мне? Вообще. О! Фули. А, это вот эта вот штука. Может быть, него пульнуть надо, кстати, как вариант. Не знаю. Не знаю, я вот реально что-то я не знаю, что делать. Что-то какая-то суета, паника непонятная, ну ладно. Давай действовать. Не, это я знаю, что сюда вставить можно. Что он творит там? Макс, угомонись. О! Отдыхай. Все. Ни хрена, его можно, оказывается, это... тихо, фэпосы. Он очнется или не очнется? Я хз, но, скорее всего, очнется. А, конечно же... Да хорош. Да, кстати, я, если что, это очень, очень неважная информация, но я все равно расскажу. Я постоянно жалуюсь, что у меня что-то это... Вот, все взял, окей. Что у меня игра в OBS отлетает. О, завелся. Тихо. Ты меня не видишь, не видишь меня. Да, реально, все. Он уехал. Только давай не будем его злить, все. Нифига. Нифига, как это работает, интересно. А, жалуюсь постоянно, я вот внезапно вот так вот жалуюсь, что у меня это иногда, особенно в частности именно In Sound Mind, отваливается запись. Оказывается, это там в Windows 11 есть какая-то странная мутная настройка, что когда ты играешь какую-то игрулю, то вся мощность компа идет на эту игрулю. И там, допустим, когда ты, вдруг ты тоже записываешь, я просто делюсь какой удивительной информацией. И когда ты это, записываешь игрулю, то там есть галочка, которая типа все, что есть мощь, все мощности идут, короче, на эту игру. А на сторонние приложения, там, допустим, OBS, просто забивается. Я как...
И это вот галочку просто берешь, снимаешь, и все нормально. Игра как бы, не знаю, она не стала хуже работать, но зато теперь ОБС нормально не отлетает. Сюда можно вставить чип. Зачем информую просто так? Для информации. Так, а что? Там что-то внутри теперь есть. А тут написано, а сколько вольт? Вольтаж какой-то, один как будто бы мало, да? Я могу больше принести. О, подходит. Ну что подходит? Там еще красное что-то. Ну я так понимаю, этот блок надо это. Не, мне кажется, один мало. Ага. Ни хрена непонятно. Ну, так, давай, мы можем взять поболее. Так, ты не вернешься, ты там катайся, своими делами занимайся, меня не трогай, я тебя не трогаю, мы с тобой не пересекаемся, да? У него глазик белый, во! Сюда можно вставить чип. Блин, не надо пока вставлять, мне надо наоборот. О, два! Давай два вставим туда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, нет, не надо, не надо. О, блин, у меня так мало хп еще. Дурачок. А, так, угу. Давай двушку сюда вставим. Мне почему-то ощущение, что сюда нужна именно двушка. Идеально. Нужна. А, здорово, ребят. Что происходит? А вы там сами отлетаете, да? Я понял. Похавали. А с того что-то выпало? Нет? А, так, что? Выключаю. Есть питание. Непонятно. F6, ага, сохранение. Ай! Я только взял жизни. Я типа сейчас туплю максимально сильно, да? Не могу разобраться в двух соснах, что делать. Скорее всего, так оно и есть. Ну тут током бьет. А зачем я запитал? Мне вот интересно, зачем я это запитал? Питание включилось. Да хорошо, а зачем? Мне же туда надо пройти, мне наоборот питание надо выключить. Может быть. Может быть, тут как-то можно вытащить? Интересно. Меня сейчас так током будет бить. Да ладно, серьезно? Это так работает? Это реально так работает? И я до тут долечу? Очень даже. Чего? Вкусненько тебе, да? Ну давай, ладно. Нет, это так не работает! Вау! Ну идите сюда, идите. Ой, тихо. Ай, да меня там... Блин. Что за суета непонятная, подожди. Как туда попасть? На стене закреплена металлическая пластина. Да, ага. 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 Отлично. Сюда можно вставить чип. Идеально подходит. Но то, что он идеально подходит, я очень счастлив рад. Включилось. Жизни? Отлично. Вкусно! Вкусно! Есть что? Ни хрена нет. А я кого-то слышу.
А кто там? На стене закреплена металлическая пластина. Я вижу, вижу. Ага. 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 Огонь. Огонь, батарея. Идеально. Огонь, батарея. Подожди, надо тут вытащить. Я не понимаю вот эти манипуляции. Вот я его запущу, и зачем я запущу? Понятно. Ну, кстати, даже не запустилось. Непоняточки пошли какие-то. Что, опять тут надо просто запрыгнуть? А, что, реально? Может быть, это на потом, кстати? Кстати, может быть, это пока что сейчас не нужно, а потом... А потом суп с котом? Ну, ладно. Неплохо. А куда вообще цель? А, найдите способ победить БК, почините прокручивание. Так, окей, соберите все таблетки. Ага, найдите чип 3-вольтовый чип надо найти. Вот наша цель. Цель понятна, цель адекватна, цель хороша, но. Как туда еще попасть? Меня интересует очень этот вопрос. Если не касаться, то все будет нормально, да. Хрена себе. А куда далее? А, вон вижу, куда далее. Тихо. 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 Страшно тогда, как так-то. Так, да, вижу. Вижу, куда дали. Это реально так? Хм. Интересно. Забавно. А что-то пролагало? А почему я... Ну ладно. Кто рычит? Подожди, или это просто приколюха? То есть мне не обязательно сюда было. Где мне найти 3-вольтовый чип? Схему. Ну не тут точно, я понял. Я понял, ясно. Ясно, понятно. Где там моя вот эта вот штука, которая, от которой все проседа? А, я понял, где вот это, ага, 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 где нарисовал, где вот эти вот осколки валяются на этом месте? Тихо. 11 FPS, 18 FPS. Что? Стрельнуть из ракетницы в туда, да? Ты так предлагаешь сделать? Не понимаю. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Пистолет. Вверх. Ладно. Что пистолет вверх? Игра, что делать? Ага, не, я понял, куда хотя бы можно сходить еще. Вот, вот так, разгон берем. Разгон. Не! Да, все, отлично. Я уже расстроился, что это долго будет. Я не понимаю, что означает пистолет туда.
Ладно. Если чем чаще я буду повторять, я не понимаю, я от этого я не пойму быстрее. Если что. Внезапно, да? Ого, ого. Можем тут зато хотя бы обутать, поутать. И... Вот, триволь. Трешечка найдена. Пшеницу триволь. Окей, спасибо. Блин, нам какая-то приколюха. О, да. Ты не понимаешь, Уэльс. Чем ниже ты спускаешься, тем темнее становится. Твои игры в электрика здесь бесполезны. Поэтому мне придется тебя остановить. Готовься. Готовься. Я всегда готов. Чё? Какой скриншот? Я не делал скриншотов никаких. А там что-то еще было, да? Опачки, батареечки. Так. А что-то не все взял. Подождите. Подождите, не атакуйте меня. Ты куда? Ты промахнулся. Я тут. Ай. Стопэ. Сюда иди. О, хорошечно разлетелись. Так, стопэ. Ага. Ага. Тихо. А ну-ка, спокойно, я вам сказал. Да хорош, мне так жизни кончаются. Так, дробаш, где мой дробашек там? Тихо. Хедшот, нет, не хедшот. Ага. Сюда, иди, сказали. Хорош. Ага, подлечь. А! Да почесаться охота, гоу, все. Да чего вас так много, ребят? Ребята, чего вас так много? Ясно. Ясно! Да блин, какой ты дурак! Я дурак. Можно хпшечку еще дать мне? Все? Нападение пережит? Пережил нападение куча зомби, да? Ой, даже это не зомби, даже не знаю, кто это. Все, подожди, стой. Угу. 22 хп, ну, так себе пережил, конечно, покоцали они мне прилично. Вкусно. Вкуснее. А, теперь могу пройти куда хочу. Куда хочу могу пройти, да? Угу. Нормально, так, 47, уже подзарядились неплохо. Так. Ну, вроде все, да? Там вот этот приколюх я не понял. С пистолетом. Вот, а тут что? Тут что ты мне скажешь? Ну, ладно. Тут как будто ничего полезного. Типа на... Ладно, тут может быть... Ну, прошли... Короче, прошли, как прошли, все. Не важно. Нам надо победить быка. Ну, теперь все, мы знаем, что... Ай! Ты чего? А ну-ка, спокойно. Я тебе сказал. Спокойно, Макс! Ничего. Так, не надо. О, не надо меня отравлять. Ай! Макс! Все, отдохни. Жесткий малый, конечно, да. На куда нам идти-то? А, туда все. Все, я вспомнил. Ну еще с ним махач будет полюбас. Привет! Ай! Так у меня хп мало, какие еще боссы? Это, ну это какой-то мини-босс, но все равно. А ну отстань. А ну отстань, сказал. Отстаньте, сказал. Как же хорошо, что я вовремя сюда запрыгнул. А ты что-нибудь дашь мне? Жизни там какие-нибудь, нет? Ну засранец.
Отлетел и ничего не дал. Жадный. Жадина говядина. А тут что-нибудь написано? Внимание, во время экспериментов с приманивающими таблетками эта дверь должна оставаться закрытой. Последнее, что нам нужно, чтобы животные ворвались в ангар в рабочее время. Одного агрессивного бывшего сотрудника уже вполне хватило, мы читали. А знаешь, кто этот агрессивный сотрудник был? Это был Макс. Он очень агрессивный был. Так. И до сих пор агрессивный. Ага, это ж надо сюда троечку вставить, чтобы... Сюда можно вставить чип. Да. Подходит. Подходит. Поехали. Так, патроны есть, патрон заряжен, да? Вот сюда еще последний зарядить. Блин, мало осталось так-то. Ух, будет сейчас что-то потненькое, да? Я так чувствую, так предчувствую. Погулять. Нормальное задание, погуляйте по окрестностям. Хорошо. Пойду погуляю сейчас. А, шляпник стоит, засранец. А я давай. Так, что ж, секунду, я тут? А я тут? В смысле фокус? И какой фокус? Сейчас, секунду. Договаривались же. Камера, мы с тобой договаривались. Что без всяких фокусов. И автофокусов тем более. Я забыл кнопочку сейчас. F4, да, все, F4, все. То, что я чувствую, сейчас будет прививка. Все, я ушел. Я ее чувствую. А, потому что вон шляпник стоит, засранец. Стоит. Я тебя не боюсь, братан. Я тебя уже не боюсь, все, я готов встретить тебя. Нет, не готов. Нагар просто хотел вернуться на работу. Если бы ты справлялся со своими обязанностями, этой истерики могло бы не быть. Ведь это всего лишь детская выходка человека, у которого отсутствует самоконтроль. Да, контроль — второе название этой игры. Ты поймешь, как в нее играть. Хе. А что за игра? А где шляпник? А что, можно вернуться мне, да? А-а-а. Какой контроль? Хм. Помещение управления сборкой. Что-то мне это не нравится. Мне это вообще ни разу не нравится. Мне еще хп так мало. Таблица ингредиентов экспериментального средства X0952 Lur, приманивающая таблетка. Смесь феромонов Болепо, ящик с контролем доступа в защищенном хранилище на первом этаже. Экстракт триптоцибиновых грибов рекорде, холодный склад, экстракт грибов рикус, третий этаж, спросить мистера Хила. Жидкие ингредиенты в пробирках, следует установить соответствующие гнезда изготовителя. А внизу разместить приемный контейнер, банки для таблеток есть на складе. Соблюдайте все требования гигиены и техники безопасности, это большая машина на следующей комнате. Что? То есть я должен запомнить смесь феромона Болепо. Так, откуда что доставать, да? Знаешь что? Я прям чувствую, что это надо сфоткать. Не знаю почему. Я сфоткал все. Не знаю зачем. Не знаю зачем, не знаю почему. Но у меня есть такое предчувствие, что мне это пригодится. Ладно. Окей. А, изготовить приманивающую. Ага, найди смесь. А, так ты мне сам пишешь, где что искать, да? Болепо. Да. А, так просто найти надо, да? Да стой ты, телефон. Вот. Защищенном хранилище на первом этаже. Оля-ля. Сожрал конфетку, уже, конечно, получше стало. Можно еще чем-нибудь сожрать, нет? Сейчас чихну. Внимание всех сотрудников, поскольку в нашем совершенно новом распределительном центре еще идут работы по модернизации, мы проводим изъятие и перепрофилирование машин и оборудования, оставшихся после разработки карьеры. Не пытайтесь использовать оборудование без надлежащего разрешения, так как неправильное использование может привести к травмам и даже смерти. Получите разрешение перед тем, как использовать любое незаконное устройство S.Ahil. Хорошо. На первом этаже надо найти какую-то первую таблетку. Ну, и первый ингредиент. Я пришел оттуда.
машина там, окей, а куда? Вы здесь, мы здесь, вы здесь. Сборка, цех сборки, окей. А, где находилась там, кстати, там же написано было. Ну куда же ты так далеко? Ай, стой, телефон. В защищенном хранилище, на первом... Защищенное хранилище. Есть тут прям большое хранилище, вот вижу. Вижу большое хранилище, значит мне туда, да? Вот сюда. Вот сюда. Как туда попасть? А, подожди, первый этаж. Обработка. А я на втором этаже, а как мне спуститься вниз? А, все. Теперь понятно. Цех сборки это финальная, да? Тут все будем собирать. Но это в конце. Самое. Сначала нужно найти ингредиенты. Макриди, проводите свои эксперименты с приманивающими таблетками так... С приманивающими таблетками как можно дальше от нас. А одна из этих таблеток попала в отгружаемый химикат и чуть не взорвала грузовик. А сочетание наших химикатов и вашей таблетки рано или поздно приведет к аварии Недри. А, хорошечно. Ну, в смысле, окей. А, сочетание химикатов и этих таблеток взрывоопасно. Ну, ладно. Я на втором этаже, кстати, был, если что. А вот это как открыть? Вот это как открыть? Не работает. Надо найти провода. Эй! Да почему обожгла меня скотина? Я ж почти... Аккуратно. Воу-в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 оу! Так, спокойно! А ну спокойно, разошлись! Зачем я в тупик забежал? Хм. Тихо. Без шансов. Я еще сам дурачил. Блин, жизни мало, вот капец. На. И понятно, вообще непонятно пока что куда идти. Ну ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся без паники, без суеты. Хм. Таблетку надо сделать. Прикольно, конечно. Вот это прикол, прикол. А ладно, телефон мне, значит, не нужен, уже вряд ли, да, там, в принципе, понятно все, что, куда идти. А я только не понял, где мы находимся. Мы находимся на втором этаже, ну, надо, значит, найти лестницу, значит, спуститься, на, ну, с первого начать. Или можно на втором, кстати, найти, там же на втором тоже что-то было. Да, кстати, у меня же телефон написано, где это было. Сейчас, экстракт от... Триптоцибиновых грибов. Холодный склад. Эй! Нет! Ага. Отлетел? Да отлетай! Все, хорошо. Холодный склад, холодный склад, холодный склад, холодный склад. Где находится холодный склад? Ангар мне не туда. Подожди, я откуда вообще в целом? Заблокировано с другой стороны. Я вот оттуда, да? Вот оттуда. Нет, не оттуда. Вот оттуда. Можно еще раз глянуть карту, да? Холодное что-то там. Я на втором этаже, цех... замерзшее хранилище. Вот, мне нужно как бы... Подожди. Цех сборки у меня получается... Смотри, я иду. Ну, что-то противоположное цеху сборки. Вот цех сборки, вот у него противоположное... А, вот, смотри, да, все, я понял. Ага. Ага. Мага. Вага. А сюда можно вставить чип. Какой? Получилось. Ага. Вот, замерзшее хранилище, мне туда. Электрический сигнализатор не работает. Почему? Why? Так, нужна подсказка. Подсказочка, пожалуйста, нужна. Ай, не лагай. Не лагай, все, разлагайся.
Капец, да. Почему проседает от зеркала, не знаю, странно. 10 FPS. А что? Вон зелененькое. Это ингредиент один из. А, ты показываешь сколько и откуда? Он оттуда. Ага. Это надо как-то проникнуть вот сюда. Ага. Теперь проникнуть оттуда. Ага, загадка за загадкой. Тихо, тихо, тихо. По спине мурашки бегут. Я понял тебя, да. Ну как же забраться мне теперь? Интересно. Блин. Вопрос. Вопрос на миллион. Ну, как будто перескочить надо. А вот... Угу. Да вот не факт, если я стрельну. Блин, ну непонятно. А, понятно. А, не, нет, непонятно. А почему не хочешь залезть? Залезть не хочешь, да? Так, стоп, подсказка. А! Ну так сейчас... А, не, ладно, фонарь вроде не сядет. Блин. Как что попасть-то? Интересно. Не, вряд ли туда. Я туда не пролезу, я думаю. Да. Я тебя вижу! Ах ты! Ага, дурачок! Хотел напугать! Я тебя заметил! Бежал такой! Бежал, думаю, я его не замечу, а я заметил. А, засранец ты! Впервые я его не испугался. Хотя был близок. Он был близок к этому, но я его заметил, я его увидел. Ха, засранец. Бежит, блин. Бежит. Козел. Что? Заблокировано с другой стороны. Подожди, опять мне нужно, я все, растерялся, потерялся. А в чем проблема? Проблема в том, что просто не знаю, как туда запрыгнуть, да? Хороший вопрос, конечно, да, как туда попасть. Ну, блин, давай попробуем пульнуть. Жалко, конечно. Блин. Ох. Дебил. Ну, логично же было. Жаль. Жаль, печали. Чё тебе надо? Лестница, вон, вижу. Тихо, убери. Вон лестница. Могу на третий этаж сходить. Давай, ладно, сходим на третий этаж. Или на первый. Давай с первого тогда начнем. Ходят там козы. Ай-я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 й. Тихо, да что ж такое-то, я не могу попасть им в глазик. Да хорошие вот такие шустрые, конечно, я не могу с вас. Да кислотный. О! Да хорош! А, 9 хп, ну что ж так... Размотали просто на раз-два меня. 9 хп. 12, окей, спасибо. А, так я отсюда пришел. Десять патронов осталось. Просто гениально.
супер. Думаю, ее можно расшатать. Давай, расшатывай. А отсюда единичка влезет, мне интересно. Вот. Все, дохлый номер. Тихо. Работает. Ага, хрен там не влезет. Сюда душечка нужна. Ну, я знаю, где душечка, конечно. Ну, пойдем сходим за ней. Упаковка. Заблокировано с другой стороны. Все закрыто, все заблокировано. Патронов мало. Я чувствую напряжение, возникающее. Витающее в воздухе. А, вот доляга, она летит. Электрический сигнализатор не работает. Угу. Ну ладно, можно подзарядиться тут хотя бы. Пустая банка для таблеток. На этикетке написано экспериментальные, хорошо. Мэйр Холдинг, место назначения, распределительный центр. Ну нет! Нет! Давай! Раз на раз! Я тебе сейчас в глаз попадаю, я тебе сразу... Нет, тихо. Атакуй! Да! А, нет! Нет! Дробовик, возьми дробовик! Я еще отлечу! Я отлетел, конечно. Можно... Надо... Обезьянка хэт. Ладно, сейчас разберемся. Ну, блин, просто что-то я не могу понять, куда идти. Не, ладно, могу понять. Сейчас, ладно. Без паники. Ну просто не вот где, который за сеткой. Как туда попасть? По идее, с него проще всего начать. Но я не хочу сейчас долго тупить на нем, потому что я пока не понимаю, как в него проникнуть через сетку. Может, перепрыгнуть там как-то. Ладно. Так, это что это? Где? Это откуда? Так, он ко мне прибегает. Проще всего его с дробаша жахнуть, на самом деле. Просто в глаз попасть. Ага. Да, это все понятно, это хорошо. Это хпшечка, это хорошо, еще... что это еще можно есть. Ага, согласен с тобой. Так, перезарядочка. Без паники. Иди сюда ко мне, обезьяна. Хорош. Почти что элементарно. Почти что без проблем даже. А у меня двушка есть? А, двушки нет. Так, тихо. Вот надо спешить. Вот просто попасть можно вот. Что, зачем суету наводить? Я просто... Тороплюсь. И теряю драгоценнейшие патроны. Не надо так делать. Окей. Ага. Это попасть нам можно теперь на третий этаж. Ну, я хз. А, тогда ж так. Че это? Ну погнали. Нет, не погнали. Здесь холодно. Блин, это от... Ага, все, я понял. Еще? Не хочу идти вперед. Ну подожди ты. Нам надо. Нам надо, братан. А, дают. Специально дают, спасибо. Спасибо. Еще, да что ж такое-то?
Так, 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 так. В тупик зашли? Нет. Тихо. Здесь неестественно темно. Что-то не дает мне подойти. Ща, 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 ща. Так, и где мы? И что мы? И кто мы? Давай уж тогда это посмотрим, что тут делать надо. А сейчас как этот шляпник выскочит, и я обкекаюсь. Или не выскочит. А, что? А вентиль не надо покрутить? Может, пока хоть? Не надо, не надо. А, что-то как-то тут душновато. Ну, точнее, не душновато, а страшновато. Что делать? Стой. А, как тут мерзко. Не могу. Где цель наша? Где цель? Вон цель, вижу. А где она? Вон там. А что красный показывает? Что это означает красный? Как же тут мерзко. Ух. Что? Надо. Где находится эта штука? На электрический сигнализатор не подается питание. А как его вообще, как ее запитать-то? А где начинается она? А, может быть, она где-то там издалека, вот она наоборот там начинается, а там открывается, возможно. Тут страшно. Ладно, чё, хватит паниковать, хватит как тряпка себя вести, давай, соберись. Тут тупик. Понимаешь? Зачем я сюда вообще пришел? Как-то тут запутано все, непонятно. Ну или я опять же, может быть, я туплю? Ну окей. Я понимаю, что вон где-то там что-то находится. Тихо. Да дай пройти. Да что ж такое-то? А-а-а! Да кто тут скрипит? Да что ж тут еще так реально вот. А, стрёмно. Что, блин, эти трубы еще. А-а-а! Куда? Хз. Все, валим отсюда. Я тут сейчас потрачу дофигища этого. Да что ж такое-то? Да зря давай искать, что противно. Нахрен отсюда валим. Че, могу наверх залезть? Да ладно, могу наверх залезть? Может быть, надо поверху, да? Да вряд ли. Ох, ты ж, ё-моё, конечно, да. Я пока в тупичево. Упаковка. Заблокировано с другой стороны.
То есть у меня все, тупик возник, да? Давай, ладно, достанем вот это вот и вставим его куда-нибудь. Куда мы можем вставить? Так, сейчас, секунду. Вот с этим что делать? Тут все равно мне сетка мешает. Не хочу идти вперед. Я тебя понял, конечно, да. Но по идее можно туда пульнуть эту ракету. На стене закреплена металлическая пластина. Окей, ладно, хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Какое-то. Сюда можно вставить. Продвижение есть. Понятно. А что сделали? Что сделали? Ага, все, окей, плюс. Плюс одна вроде должна быть сейчас там. Плюс один ингредиент должен быть сейчас. Тихо. Арр. Экстракт триптоцибиновых грибов рекорда. Этот флакон со светящейся голубой жидкостью. Окей, хорошо. Что-то нашли. Экстракт триптоцибиновых грибов рекорда. Формула такая-то. Температура плавления от 184 до 185. От 363 до 365 градусов по Фаренгейту. Понятно все. Основной психоактивный компонент триптоцибиновых грибов. Активность высокая, оказывается седативная, гипнотическая, подавляющая и галлюциногенное действие на психику. Разрушается и утрачивает действие даже при незначительном нагревании. Хранить замороженным. А все, я могу это взять, да? Я взял. Шо ты, шляпник? Куда пошел? Куда пошел? Какой он криповый, я не могу с него, конечно, да. Высокий, противный. А мне тут ничего больше не дадите? Там патрончики. Окей. А сколько время? Ой, а время-то дофигища. Все, тогда мы это стопорнемся сейчас. Потому что уже все. Надо зафиналиться. Так, отсюда достаем. Все, окей. Сейчас зафиналимся и потом дальше будем думать, как, что, куда тут двигать. А сейчас я гляну. Подожди секунду. Давай на кого-то вот тут. План действий разметим на следующую. На следующий компонент, который нам надо взять. Давай, где какой? Соберите все таблетки. Так, это не то. Найдите смесь феромонов Балепа на первом этаже. Вот туда сейчас мы и пойдем. Все. Но это будет все в следующей серии. А на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.